Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты, с вами спикер, как всегда, и продолжается зеленый ад. При максимальной сложности 100 дней выживания без смерти. Мы продолжаем выживать, у нас уже получается 5-й ролик без сохранялки. Это реально опасно, сейчас умереть довольно опасно. Я вернулся уже в первую локацию, я вернулся к истокам, все начиналось. А я жарю кокосики, наблюдая потрясающую луну, здесь очень красиво, кстати, потрясающе красиво. И мы жарим и сразу коптим мясо наше. Копченое мясо же, сразу жареное мясо, все сразу же готово будет. А у нас есть копченое мясо, есть еще целых 2 дня. Я его принес со второй локации, до сих пор еще сохранилось. На черный денек, понимаешь? На черный денек у меня мяско есть. Так, ну что, нужно пойти поспать уже. Я еще ни разу не сохранялся. А можно, по идее, сохраниться. Так, у нас 8 часов. Я хочу сбегать за мясом сейчас. Нужно сбегать за мясом, забрать то мясо и принести сюда, пожарить его. Потому что надо, мне нужно много мяса, чтобы было всегда у меня... Это нужно убрать. Так, руки чистые, можно, по идее, покушать. Что я хочу? Я хочу жры, я хочу воды, я хочу банан один. Так, это мы скушаем, Кокосики, мясо приготовилось. Мясо я, в принципе, не хочу есть. Да, не хочу есть мясо. Побежали прямо сейчас. А туда заберем то мясо. Тут неправильно раскидал маленько. Вот так. Так, у меня 31 килограмм. В принципе, 20 килограммов я смогу унести. То есть, побежали здесь. С этой стороны. У нас нет дождя. Вот в чем проблема, понимаешь? Вот когда нужен дождик... Его нету. Когда не нужен дождик, он есть. Так, я сейчас съем, наверное, кусок мяса этого. Потому что мне надо много энергии сейчас. Добежать до туда, забрать то мясо. А это черепаха. Вот, это мясо. Подняли маленькой энергии. Подняли жизни. Потому что идем сейчас в джунгли ночью. А ночью у нас бывает тоже прибегают аборигены. То есть, понимаешь, чем попахивает. Да, тут у нас было много убитых аборигенов, много костей у нас. Можно сделать броник, конечно, пожарить наши косточки и приготовить жир. Так, ну что, бежим за мясом. Аккуратненько. Я хочу забрать то мясо. Надеюсь, я найду в темноте его. Надо будет сделать, наверное, факел все-таки. Но с факелом бегать по джунглям, это, конечно, довольно опасно. Где-то... Нашел миску. Она не исчезла никуда. Забираем все это мясо. Я буду его коптить. Ой, надеюсь, здесь я смогу сразу унести все. 48. Обалдеть, я все забрал. Я все забрал и нести не могу. Нужно выкинуть что-то... бамбук. Выкинуть. Камней много. Выкинуть камни. 45 килограмм. Еще камни выкидывай. Во, 43, вот это понимаю дело. 48 было килограмм. Крабик, иди ко мне. Ой, попался, смотри, как красиво попался. Ну, у нас... А можно добыть? Нет, добыть нельзя. Низко.
Красиво попался. Профессионально попался. 65-й день выживания. Так, это дело съесть сразу же. Руки пока чисты, можно есть. Ну что, где туземцы? Я перешел в первую локацию, туземцев вообще нету. Лягушки прыгают. Лягушек много. Грибочков тоже много. Это здорово. Ой, сколько тут лягушек. Что у меня по... Ой, да я не хочу грибы-то есть. Погоди. Ну, давай, наверное, возьмем их на всякий случай. Пару углеводов, все равно это пригодится. Так, пойдем, наверное, спать. Уже пойдем спать. У нас там горит костер, там падали кокосы, видим. Ой, погоди, стой, мясо. Еще мясо. Очень много мяса, кстати. О, пойдем мясо закидаем сейчас на нашу коптильню. Это я заберу тоже грибочки. Какие-то крики, я слышу. Ой, он еще дергается, бедный. Ой, из мяса не влезет-то. Обалдеть. Ладно, тебя раздеваем, и ты валяйся тут. Потому что он просто исчезнет потом. Если не разделать его, он просто исчезает потом. Кости, мясо, все пропадает. А пускай валяется здесь. Да, в принципе, я взял все, кроме броника. Так, я же вижу кокосик. Кокосик попадал. Издалека видел. Ой. Паук. Там был паук. Так, бросим здесь кокосик, пускай валяется. Так, погнали на ту сторону. Нужно докинуть мясо. У нас тут есть водичка, кстати. Руки грязные, но пить, наверное, можно. Потому что пьем все-таки отсюда. Пить еще хочешь? Да, еще хочу пить, еще хочу воды. Нужно сделать сейчас, знаешь, стойку для воды. То есть большую, глиняную надо сделать. Нужно сделать там для глины, и здесь для глины надо будет сделать. Есть, что будут и здесь строиться, и там помаленьку. Хотя, друзья, знаете, пишите прямо сейчас в комментарии, где лучше всего мне строиться. Либо там, либо здесь. Там много бамбука, понимаешь? Можно сделать постройки там без проблем. Толстый бамбук, длинный бамбук, короткий бамбук, все там это дело есть. Но там мало деревьев. Они чуть выше находятся. Выше подняться, там есть деревья, в принципе. Островок хороший. Можно построить что-то вот здесь. Можно реально что-то большое построить, мне кажется. Ну, не гораздо больше, чем тот домик, понимаешь? Так, что у нас? Костер горит, все чудесно. Здесь у нас два куска мяса, нужно гораздо больше мяса. Что у нас по часам? 8 часов осталось. Обалдеть, мясо не успеет приготовиться. 18. О, 8 часов. Мясо сюда, это... Так, сколько? 18 часов здесь. 7 часов. Какое-то несвежее мясо. Так, маленько грязное. Нужно сделать сейчас спальный мешок прямо здесь. Временный спальный мешок, как говорится. Поспать там нужно. Чтоб не было. Да не то, не то. Мне нужна книжка. Книжку дай мне. Домик. Спальный мешок прямо тут где-нибудь. Быстренько сделать. А вроде бы я тут не делал спального мешка. Ну где можно сделать спальный мешок? Где-нибудь тут-то можно сделать? Прям в воде. Наверху. Нет, не получается. Ну, окей, не беда. Можно сделать что-то другое. Можно сделать что? Можно сделать кровать из бревен. Можно сделать кровать из бамбука, кстати. Бревно, палки, бамбуковые палки и листья пальмы. 8 штук. Обалдеть. Навес можно сделать. Можно большой навес сделать. Бамбуковое укрытие. 26 листьев пальмы. Зачем такой большой делать? Я не понимаю. Столько для оружия. Нет, не то, не то, не то. Все не то. Где туземцы? Я соскучился по ним. Их нету. Так, мне нужно, по идее, набросать туда. А у меня есть уголечки. Я даже не взял уголечков там. У меня много очень угольков было. На второй локации я даже их не принес с собой. Обалдеть. Ну, хотя бы есть перевязка. Так, а вот подержать огонь мне точно надо. Это реально надо. Так, что нужно? Что нужно? Добыть. Хотя бамбук добыть надо. Хочется спать уже? Нужно идти спать, мне нужно поддержать огонь, чтобы мне дальше все это дело коптилось. Чтобы у меня костер всегда горел. Давай накидаем бамбук сюда. В принципе, одинаково. О, понимаю. Пошло дело. Так, добыть еще раз. Пару палочек. И нужно идти спать уже. Так, все, мясо готовится. А идем-ка спать туда, пока тут нет спального мешка, пока тут нет ничего у нас такого. Мы идем туда спать, на ту сторону. Там есть спальный мешок, там много, но там гамак есть, там есть поспать. Туземцев я не вижу.
Но они прибегают, мне кажется. Все-таки прибегает, смотрит, как я поживаю здесь. Как я здесь выживаю. А я выживаю пока замечательно. Так, ну что, идем спать. Сколько здесь перьев-то? А, давай-ка спать. Кстати, еще ни разу не сохранялся, нужно будет сохраниться все-таки. Спим до 8 утра и бежим туда к костру. Нужно его поддерживать и, конечно, смотреть за ним. Мясо перекидывать надо. Все, просыпайся, много спишь. Так, все, бежим туда. Прям бегом-бегом. Берем, наверное, чашки туда. Потому что... Ой, там тут вода есть уже. А тут вода была. Пусто, пусто уже. Заберем пару чашек туда, наверное. Чашки будут здесь и чашки будут там. Кстати, я не работал кузнецом еще. Ну, знаешь, можно повыживать до 90-го дня. А хотя смысл потом уже делать кузнецом и делать какие-то оружие из железа, если я проживу 90 дней. Мне надо было сделать, наверное, поработать кузнецом, а потом уже пойти сюда. Как считаешь, мой друг? Так, что у нас? А есть копченое мясо, это здорово. Есть мясо копченое. Мне нужно сделать сундук, потому что таскать все это таскать, конечно, полная дичь. А, еще мясо. Ой, мясо испортилось, обалдеть. Ой, как жалко. Реально жалко. Так, копченое. Все, мясо испортилось, я его буду... А погоди, выкидывать пока не будем. Добыть, не нужны личинки, потому что будет у нас рана. Заражение крови бывает, и мне нужны личинки. Да, вот такие личинки мне надо будет. Добыть еще парочку личинок. Повыживаем здесь, наверное, 5 дней и пойдем уже отсюда. Так, еще добыть. Ну, ничего страшного, в принципе, у нас мясо есть. Мне не хватает воды. Мне нужно сделать для воды. Прямо сейчас нужно сделать для воды. Прям срочно. Сделать ящик надо. Вот здесь можно сделать ящик? О, прям здесь, рядышком сделать ящичек. Ставь всем. Нужны палочки, нужны доска, большое бревно. Принести сюда. Окейшки, это принесем. А для глины надо будет сделать возле воды. Прям вот здесь, вот таким макаром. Тоже нужны бревна. Ух, сколько тут бревен надо, обалдеть. Много очень бревен. А какой 66 день выживания? Две шестерки выживания. Ящик поставили. А мне нужно сделать для воды еще. Вода. А вот здесь вода у нас. Вода, вода, вода. Вот такой надо сделать. Вот такой мне надо. Тут длинные палки надо. Тоже рядом с водой надо сделать. Наверное, вот здесь мы сделаем. Возле камушка. О, в самый раз. Ну, впендюрься. О, нормально. 8 длинных палок. Обалдеть. Реально много. Но лагерь у нас будет наверное, нормальный такой. А что можно сделать еще? Можно сделать из бамбука каркас уже. Что-то поставить, где-то поставить. А возможно, вот здесь поставить уже. Потом сдвинуться еще сюда и двигаться вон в ту сторону. Или строиться чуть дальше. Можно... О, вот здесь идеальное место. Вот здесь, мне кажется, идеальное место. Сейчас мы подвинемся вот таким макаром. Вот так. Здесь можно три, сразу три сюда. И здесь две. Шесть. Шесть клеток получится. Можно. Это дело я уберу. Так, ну что, нужно делать для воды сперва. А, надо делать ящик, чтобы складывать в ящик. Нужно поддерживать костер обязательно. Кинем туда банан, который испортился. А, добыть из него личинок. Мясо уже практически готово. Что у меня по? Что у меня по? Воды. Хочу воды. Хочу что-нибудь еще вкусненькое. Есть что-нибудь вкусненькое? У меня есть кокосик, мне нужно помыть сперва. Давай помоемся. Ой, там пираньи. Много пираньи. Это мясо. Это все мясо. Так, можно выкинуть личинку. Так, мне нужны дрова. Срочно нужны дрова. Прямо реально срочно. Бамбук добыть. А бамбук еще добыть. Туземцев нету. Хищников нету. Вообще никого нету. Понимаешь? Попугаев много. Это да. Попугайчиков много. У меня все портится. Я не успеваю все дело съедать. Но пока все, знаешь, а в разнос как получается. То есть нужно и то добывать. И то. Мяса много. Мясо 4 дня, кстати. Реально здорово. Мясо 2 дня. А хочу мясо. Хочу мясо. Хочу воды, кстати. Съесть. Ну, с водой, конечно, будет намного проблем. У нас маленькие чашки, мне нужно сделать вот эту большую для воды. Чтобы ее сделать, мне нужно сделать вот эту. А то тут надо 8. А целых 8 толстых бревен. Пойдем за бревнами. Да, пойдем за бревнами.
по порядку будем делать. Я еще не сохранялся, как ты видел, мой друг. Еще ни разу не сохранялся. И сейчас умереть вообще не резон. А вон бревна или нет? Нет, это бамбук. Бревна были... О, наверху бревна вижу. Рубим бревна. Здесь довольно толстые деревья, смотри-ка. Есть толстые деревья, и, в принципе, можно нахватать. Так, падай. О, здорово. Давай еще одно дерево. Нужно 8. Могу таскать по 3 штуки. О, второй света больше стало, смотри-ка. Так, забираем. По 3 бревна толстых. Длинные палки тоже принесем, они тоже нужны. Куда упало все это дело? Вниз упало. Где еще третье бревно? Так, мне нужны были короткие палки. 4 штуки сперва, коротких палок. Надо будет веревки взять. Ну, здесь, кажется, веревки надо будет. Да, у меня нет коротких палочек. Так, костер пока поддерживается, пока все нормально. Потом принесем деревяшек. Или, мне кажется, можно с помощью бамбука. А можно сделать, мне кажется, печку. И в печке уже сделать уголечки. Они реально гораздо выгоднее, мне кажется. Так, погоди, мне нужны палки. Сперва короткие палки мы нахватаем. 4 штучки. Или максимально. Так, вот палочки валяются. Куда-то все упало вниз, мне кажется. Так, все, забираем длинные палки. Есть еще длинные палки. 2 штуки, что ли? Вот и все. Так, есть толстое бревно. Это хорошо. Вот длинные палки. 4 штуки. 4 штуки. Все. Там медик есть. Там рыбка есть. Ой, еще медик есть. Меда много. Он, наверное, появляется. Он респанется все-таки. Ну вот аборигенов я не вижу. Походу, всех убил. Где их искать, я не знаю. Но мне хочется их найти. Так, здесь осталось 4 длинных. А тут можно уже сделать что-то. Вот, 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 пошло. Пошло дело, видишь, все пошло. Руки заморали уже. Так, мне осталось здесь 5 бревен. И готово. Можно делать глину. Нужна, правда, зола. Надо будет сделать все-таки еще печечку. Там будет у нас как раз много золы. Там будет еще у нас много... углей. Так, было у нас еще внизу толстое бревно одно. Я его заберу. Принесу чуть ближе, чтобы не потерять его. Бамбука здесь много, но все находится возле берега. А толстые деревья находятся выше. В принципе, знаете, прикольно. Островок этот окружен полностью. Но здесь бывают аборигены. Я помню, здесь пели песни аборигены. Так, я еще ищу деревья. Мне нужно еще деревья. Бамбук. Один бамбук здесь. Надо будет сделать еще, конечно, спальный мешок. О, нашел деревья. Так, толстого бревна здесь нету. Мне нужно, по идее, толстые бревна. Это длинное. Это не то. Мне нужно толстое. Так, ну тоже заберу, тоже пригодится. Во, деревья, деревья. Да-да-да, деревья, деревья. Обалдеть, забираем. Так, куда падаешь? Так, сразу 3 дерева будет. Сразу толстых, сразу 3 толстых. Есть, нет, где 3, третья толстая. Эх, нету, походу. Ну ладно, пойдем отнесем. Потом прибежим еще разок. Да, старого, конечно, богатый на полезные ископаемые. Что здесь сделать из бамбука? Так много, я даже и не знаю. Так, поддерживать костер обязательно надо, чтобы мясо у нас всегда готовилось. А мясо уже приготовилось. О, это здорово. Это потрясающе, кстати. Так, это сюда, сюда. Мне осталось 3. Еще одну ходку, и все, это готово. Так, мяско я, наверное, заберу. Заберу. Костер нужно поддержать, набросать туда дров. Бамбуком брошу. Бамбук мне пока не нужен. Так, здесь тоже можно палочки поставить. Палки, палки, палки. И еще одна палочка нужна. Сделаем для воды, для кирпичиков. Сделаем ящичек, чтобы складывать туда мяско копченое. И все. Вода и мясо у нас будет. Останется ходить только за бананчиками. Найти место, где находятся бананчики.
или кокосики, и все будет офигенно. Да, в принципе, так все офигенно. Я живой, и уже офигенно. Так, мне осталось 3. Погоди, не то. Это дерево мы не трогаем. Мне нужно 3 толстых дерева, и все. О, смотри, сколько деревьев. Это бамбук, погоди. Это бамбук, там у нас муравьи ползают. Во, толстое дерево. Нашел. Давай сразу 3 мне. 3 толстых бревна. Так, одно. Не вижу. Не вижу, где еще? Второе. Все, что ли? 2 получается. Так, бросим здесь, пускай пока здесь поваляется. Так, длинные палки. Так, набросаем всего одну кучу. А можно скосить все это дело здесь. Скосить и увидеть эту полянку здесь, если что. Палочки. О! Теперь будет видно. Так, мне нужны короткие палки. Длинные, длинные тоже пригодятся. Тоже заберу. Так, побежали, отнесем длинные палочки. Потом еще разок прибежим за... А где еще длинная палка? Нет, походу, нет. Где туземцы? Я жду туземцев. Их нет и нет. Так, это дело сюда. И осталась мне одна длинная палка. Не хватило мне чуть-чуть. А что у меня с костром? Пока все нормально. Здесь нужна уже глина. Нужны 2 доски. То есть надо принести еще толстые палки еще. Толстые бревна, их разобрать. Есть еще работенка. Работы еще много. Так, у меня есть 2 толстых, но это мало. Нужна еще одна длинная палка, кстати. Так, заберем длинные палки, сразу принесем. И все. Мне надо сейчас толстые бревна делать для кирпичиков и начать уже делать кирпичики. А печечку надо еще будет сделать. Печку надо сделать, точно. Так, все, нужна глина. Нужна глина, туземцев я не вижу. Ни там, ни здесь их нету вообще. Я не понимаю, что за дичь. Где они реально? Дождя нету. А, туземцев нету. Я хочу пить. Я хочу есть, наверное, уже. Так, пиявки появились. Пиявок мы отсюда уберем. Все. А погоди, одень броник. Я забыл одеть броник. Так, что у меня по костру? А костер пока все в порядке. Накидаем пару дровишек. О, пошло дело. Все. А мясо готовится. А мясо тут не готовится. У меня мясо все приготовилось. Это нельзя закинуть. Это можно съесть. Ну, погоди. А пойдем-ка, помоем ручки. Помоем ручки, сейчас нырнем. Поплаваем с пираньями. Пираньи здоровы. Мой ручки. Ныряем, моемся. Слушай, это намного удобнее, чем душ, мне кажется. Зачем строить душ, просто прыгнул в воду и все, помылся. Все, теперь я покушаю. Вдоволь наемся. Это съесть, все это съем. Что у меня пони... да у меня все офигенно, кроме... А, хочу еще бананы, у меня бананов нет. Пока они не испортились, нужно их съесть. Потом выкидывать неудобно будет. Так, ну что, в принципе, все, наелся. А воды у меня нету. У меня есть много мяса. Мясо жирное, мясо вкусное. Реально вкусное мясо. Костер горит, все офигенно. Идем за бревнами. Но у меня падает жизни, потому что у меня нет воды. Можно, по идее, прокипятить воду. Ну, там будет немного воды. Всего лишь 30. Или, 10 всего лишь. Мне нужно будет выпить полностью 10 фляжек кокосовых. Это реально много. Так, мне нужно еще бревна. Мне нужны доски еще, кстати. А где-то были здесь толстые бревна. Это бамбук, бамбук, бамбук. Берем копьем, идем вперед. Неизвестно, кто здесь ждет нас. Можно подняться наверх, кстати. О, деревья, кстати. О, сколько деревьев. Одно, второе.
Так, я уже поднялся наверх. Наверху никого нету. Нету земцев, никого я не вижу. Есть у нас бамбуковый ук, который мне, по идее, не нужен. Это что валяется? Факел. Мне тоже не надо. Кокосы. Костей здесь много. Кстати, косточки, шары можно поднимать. Но у меня есть шишек. У меня много шишек. Кстати, а зачем я строю коптильню, если здесь... она была у меня? Зачем там построили? Ну там поудобнее, конечно же. Так, эти я заберу. Они пригодятся реально. Островок маленький. А придется бревна таскать отсюда уже, что ли? Ну хорошо. Вот, два дерева. Сразу... Ой, ноу. Напугал ты меня. Меня реально напугал. Все в порядке. Так, добыть перышки. Добыть мясо. А, пойдем. Ой, не хватает места. Что у меня там забито, не понимаю. Кокосики, надо было выкинуть их к черту. Кокосиков. Так, мне нужны камни теперь. Камни были, кажется, в центре. А здесь можно, кстати, можно сделать из бамбука? Ну-ка. А, нет, не получается, видишь. А вот, получается, смотри-ка, могу сделать костер. Чтобы он здесь, знаешь, был под укрытием каким-то. Принести бамбук здесь, который находится снизу, и сделать укрытие. Здесь будет костерчик у нас. То есть временный лагерь, мне кажется, офигенно будет. От дождя сделать. Так, ладно, мы ищем. Мы ищем камни. Мне нужно сделать новый топорик. О, нашел камушки. Сейчас мы добудем новый топорик себе. Изготовить. Уже хороший прокачанный топорик. Сколько процентов уже? 98. Офигеть. Пойдем рубить. И нужно отсюда уже уходить. Так, погоди, не то рубило, не то. Какое дерево рубил? А, вот рубил. Вот рубил. Надо спускаться, уже стемнеет. Так, где еще одно толстое бревно? Ты издеваешься? Я не вижу толстого бревна еще. Где еще толстое бревно? Ладно, к черту. Давай добудем отсюда. Давай, 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 руби, руби, руби. Ну, здесь будет два бревна, падай. Только не теряйся, быстренько не теряйся. Так, короткий, короткий. Где еще толстое? Одно бревно, что ли, получается? Хорошее дерево, толстое. Я не понимаю, почему получается лишь одно бревно. Обычно получается по три бревна. О, нашел его. Кстати, нашел, да. И наверху еще одно бревно. Все, спускаемся вниз. Не наступаем на муравьев, на тарантул и, конечно, не встречаем абориген. Спускаемся вниз. Здесь я рубил, здесь можно пройти без проблем. Длинные палки тут есть. Можно что-то построить здесь. Но немного здесь строить, конечно, можно. Слишком мало тут деревьев. Очень маленький островок. Я думал, гораздо больше. Туземцы, вы где? Туземцев здесь нету. Они не прибежали. Они не соскучились по мне вообще. Все, последние три бревна и готова наша фляжка. Для глины. Для кирпичиков. Так. Ой! Где? Туземцев! Вау-вау-вау! Их там четыре штуки! Погоди, четыре штуки! Прикинь против меня! Четверо сразу же! Офигеть! Они пришли на костер! Туземцы, иди сюда! Стемнело! Сколько? Четверо там, трое! Я не заметил, сколько их, конечно. Туземец, на тебе хедшот! Четыре! Реально четверо! На тебе хедшот! Хедшотики его раскидывать будем. Минус два. А вы с чем пришли? Вы копейщики, что ли? Нате копье за это. На, сейчас сдохнет. Нате второе копье. Ой, попал. Кто попал, не пойму, с какой стороны. Туземцы пришли. Ну сдохни, о, сдох, он сдох. Так осталось, а вон, вон, лучник, лучник. На, держи, промахнулся. Я промахнулся, у меня нет больше. У меня есть стрелы, кстати. На тем, стрел между лопаток. Промахнулся. Так, натягивай тетиву. Нормально, пока все нормально. Пока живой. Пока идет сражение еще. На тебе вторую стрелу. Он, по идее, должен сдохнуть. Ты тоже сдохнуть должен. Так, он сдох. Лучник сдох. Их сколько было? Пятеро или четверо? Я даже не заметил, сколько было. Они пришли сверху. На тебе хедшот. Всех пересобачил. Обалдеть. Берем копье. Где мое копье?
Хоп, и теперь у меня много, много ауков. Сколько будет костей, ты представляешь? Сколько будет у меня всего теперь? Я готов теперь раскидывать налево. Они есть, они приходят, понимаешь, внезапно. Ну, вот это да. А, взять глину. Где дождь? Где дождь? Я не пойму, реально. Ой, костер потух. Я потерялся здесь. Они сломали мою постройку, ты прикинь, друг мой. Они реально сломали постройку. Что-то здесь строить, это бессмыслица. Они просто пришли и разломали постройку только так. Они сломали, возможно, костер, понимаешь? Они приходят именно на костер, потому что разрабы даже пишут здесь. А где в костре, что костер привлекает внимание. Видишь, не просто так все. Все дело бросаем просто, реально. Все бросаем и уходим отсюда. Идем сохраняться, друзья. Я уже буду уходить отсюда в свой лагерь, тот самый. Кто он там стоит? Красным, не пойму. Туземец, да? Мы будем, конечно, их разделывать сейчас. Всех разделаем, чтобы были косточки, было ли мясо. Заберем все стрелы, которые я впендюрил. Так, конечно, уже не будет. Места не хватает, но не беда. Сейчас все дело выкину. Мясо человеческое выкидывай. Да, конечно. Печально, что, понимаешь, постройки ломаются просто на изи. Очень быстро все ломается. Так, выкидываем бамбуковый лук к черту. Забираем туземный с собой. Это туземный или нет? Это не туземный. Погоди, а почему не бегают с обычным? А где туземный лук? А, только один был лучник, и то у него не был не туземный, а обычный. Из дерева сделанный. Ты прикалываешься, что ли? Три копья. Еще копье есть. Копье, иди сюда. Я их сейчас разделаю, чтобы, знаешь, были косточки у меня здесь, на этом месте. Возможно, пригодится в будущем, но я очень расстроен, потому что постройка сломалась очень быстро. То есть... Подошли! Раскидали мою постройку и давай бежать за мной теперь. Вот засранцы. Кажется, их было четверо. Так, кости здесь набросаем, мясо побросаем, все. Мясо пропадет, это мне не надо мясо. Личинки тоже мне много, столько не надо личинок. Две шестерки, день у нас. 66-й день выживания, реально дичь. Я маленько расстроен, потому что постройки, да, ломается. Я это дело проверил. То есть строить что-то, знаешь, вне острова какого-то объекта нет смысла. Потому что, видишь, пришли туземцы, все дело разломали. Очень быстро. Как и прибежали на той стороне, я помню, прибежали, и они сломали костер мне. Это тоже было очень неприятно. То есть я ничего не смогу сделать. Их четверо. И защищать свою постройку и себя защищать я, конечно, не смогу. Это полная дичь. Нужно что-то выбирать одно. Кому мясо? Халявное мясо. Можно пойти покормить крокодильчика. Мы сейчас пойдем сохраняться на ту сторону. А уже утром мы будем отправляться к себе домой. Обратно. На вторую локацию. Будем работать кузнецом. Да-да, будем работать кузнецом. И будем смотреть, что почем. Так, руки грязные, можно поесть кокосики, можно что-то съесть. Хочу пить. Да, дождя нет, реально фигово. Нужно прокипятить воду, налить полную флягу. А пустая банка, я заберу. Банки надо будет. Ребята писали, что банки нужны. Так, выкидываем здесь копье одно. Забираем лук. Вот этот. Бамбуковый. Это я делал. А это он пришел. С деревянным. Много копий. А где, кстати, ножики? Обычные ножики какие-то. Слушай, у них нет, знаешь, такого ножика. А реально крутой ножик. У них какие-то ножики обычные, что ли? Каменный нож из костей. Что за дичь? Они бомжи какие-то уже. Аборигены стали какими-то бомжами. То, стрелы, стрелы мои. Как же я без стрел пойду воевать? Нет, это не берется. Так, много костей. Можно сделать, наверное, броник. Что у меня по бронику? Сейчас проверим по бронику, что у нас. А сколько процентов? 47%. 76. Ух, здорово. А 44. Да, в принципе, нормально. 31. Можно один броник сделать. Так это не стоит. К черту бросаем этот лагерь. Мы бежим сейчас на ту сторону. У меня есть мясо, в принципе. Мясо есть. Это хорошо. На 3 дня на путешествие мясо есть. Нужна просто вода. Нужно прокипятить воду.
А, конечно, печально, что так все произошло. Видишь, постройку взяли, сломали. Листья, все валяется. Это дело заберу. Веревки тоже я позабираю. Так, сколько у меня веревок с собой? А, две штуки. Мне надо три штуки, чтобы сделать броник себе. Так, иди сюда. Выкидывайся отсюда. Так, где еще одна веревка? Где еще веревка? Нет, веревок больше. Мясо испорчено. Реально, полный срач. Прикинь, была большая постройка бы. Аборигены прибежали сюда бы, все дело разломали только так бы. Они реально дикари. Это дикари. Так, уже хочется спать, хочется поесть, наверное, что-то. Давай-ка помоем сейчас. Прям здесь помоемся, поплаваем. Нужно полностью нырять под воду. Тогда умоется. Так, помоемся хорошенько. Давай выныривай. А вот засранцы какие. Прибежали все-таки. Но я дал бой. Как видишь. Все нормально. Так, сразу скушать нужно. Я голодный очень сильно. Сейчас мы скушаем мяско и пойдем-ка спать. Так, я хочу пить. Сколько у меня килограмм? 46 килограмм. Чего ты нахватал так много? Костей так много нахватал. Пойдем-ка выкинем на ту сторону уже. Будем уходить с этого места, будем уходить уже на вторую локацию, там работать кузнецом и будем потом путешествовать сюда, приходить. Просто путешествовать, ничего строить здесь мы не будем, уже все понятно. Броник валяется, который, по идее, сломанный. Так, здесь все пусто, все выпил, воды здесь больше нету. Здесь тоже воды нету. Можно, кстати, процедить. Ну, мало набирается. Я не взял кастрюльку. Так, камни. О, грибочки, кстати. Мясо. А косточки мы повыкидываем. Стрелы у меня есть, перевязка есть. 24 перышка есть, это я с собой заберу обязательно. Мясо сырое, 12 часов выкину. Костер больше делать я не буду. А, это я оставлю. Что у меня? Что я хочу? Я хочу воды. Я хочу много воды. Кокосики нужно. А здесь перьев много. Я заберу все перья, которые тут есть. Реально. Они, в принципе, знаешь, много не вешают, эти перышки. Места много занимают. Но я с собой их заберу. Просто максимально. Понесу их домой. Одна стрела туземная. Куда ее впендюрить здесь? Она мешается. Здесь не влазит. Ладно, забирай. Так. 30. Все. Больше не влазит. Обалдеть. Больше не влазит. Ну ладно, черт с ним. А, ну что, давай пока спать. Давай-ка сохраняться, кстати. А, кстати, я не могу сохраниться. Здесь нет сохранялки у меня. У меня реально тут нет сохранялки. Я и забыл про это. Я реально забыл про это. Так, друг мой, значит мы идем путешествовать, понимаешь? Так. А, чистая вода есть. Выпить. Выпиваем, добыть. Сейчас будем сохраняться, то есть будем спать. И уже на следующем ролике мы идем домой. Мы пойдем домой. Попутешествуем слегка. Хочешь путешествовать? Да. Так что давай-ка спать, утром уже с тобой увидимся. А спасибо, что были со мной. Поставь колокольчик, подпишись и до новых роликов, мой друг. Зеленый ад продолжается. Всем спасибо и всем пока.